Луковица лилии от Hybrid Rising Moon, Lilium Hybrid Rising Moon, имеет прямую связь с количеством бутонов взрослого растения. Чем больше луковица, тем больше бутонов завязывается на цветоносе. Причем с ростом луковицы многолетника цветение становится пышнее. Форма головки цветка воронковидная, диаметр раскрытия бутона 22 см. Лепестки окрашены в несколько цветов, основной ярко-желтый, в сердцевине короткие зеленые прожилки. По одной на каждом лепестке, по краям размытая палево-розовая кайма. Пыльники крупные контрастные темно-коричневые. На цветоносах до 7 бутонов, раскрывающихся вниз и в стороны. Лилия от Hybrid Rising Moon – это многолетнее растение. Цветок окрашен в желтый с палево-розовой каймой и темными пыльниками цвет. Интересные цветы лилии могут быть до 22 сантиметров. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.